2 метра в глубину, 3 в длину и около метра в ширину. Такая яма на днях образовалась на улице Комсомольской в результате обрушения части дорожного полотна. Выяснение причин такого явления занимались городские службы. Скорее всего, где-то или разошлись трубы, или где-то, может, подмыло под трубой. Ну, будем разбираться завтра. Яму обнаружили вечером 11 марта. Чтобы в нее никто не угодил, в качестве временного ограждения свою автомашину поставили сотрудники дорожно-патрульной службы. Это продолжалось до прибытия на место руководителей предприятия «БОС». Сейчас мы сделаем пока временное ограждение. Завтра будем разбираться конкретно, что это за провал. Скорее всего, это ливневая канализация идет по улице Комсомольской. Засыпать категорически пока запрещено. А завтра уже тогда, когда при обнаружении, что это такое, устранится этот порыв или промоина. И тогда будут приняты меры к засыпке этого участка. Ликвидацией последствий обрушения занимались специалисты предприятий «БОС» и «Уссурийск-водоканал». И, как стало известно, уже на следующий день образовавшуюся на автодороге яму засыпали пескогравием. Андрей Черненко, Телемикс.